этом КамАЗ подготовил еще один видео-отчет об отгрузке поворотной боди объемом 2 кубометра. На кадрах хорошо видна конструкция боди. Поворотная бадья БП-2.0 предназначена для хранения и транспортировки готового строительного раствора или бетонная смесь. Толщина металлических стенок – 2 мм. Производство оборудования осуществлено методом полуавтоматической сварки. Масса нета – 530 кг. Изделие выполнено в виде продолговатого горизонтального ковша с широким отверстием, через которое загружается раствор. Для вертикального подъема предусмотрены специальные петли, для этого используют строительный кран или любую другую подъемную технику. Для выгрузки используют простой рычажный механизм, отпуская смесь порциями в нужных количествах. После использования бадью можно промыть водой, подавая ее под напором, по шлангу. Подробнее по всем технологическим вопросам и вопросам приобретения оборудования, о наличии и актуальных ценах на поворотные и неповоротные бадьи вы можете узнать, обратившись в офис. Ссылку на карточку товара смотрите в описании, контакты в конце репортажа и также в описании. Пожалуйста, не забудьте подписаться на нас, отметить лайком и прокомментировать. Заранее спасибо.